Высочество, уважаемые коллеги, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы встречались уже почти два года назад, но отношения между нашими странами постоянно. Как вы сказали, последний раз мы встречались два года назад, однако за эти два года отношения... بالنسبة للبلدين هي سنة ثقافية. сегодня я посетил один из ваших музеев. اتفق مع فخامة الرئيس بأن الطموح أكبر وأن العلاقات